Холодно в эти дни и в Украине. Например, в Луцке от мороза погибли 3 человека. Все они были бездомными. Синоптики же предупреждают об ухудшении погодных условий. В южных, восточных и большинстве центральных областей страны ожидаются порывы ветра до 27 метров в секунду. В Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях прогнозируют сильные, местами очень сильный снег, а также метели и снежные заносы. На дорогах гололедица.